Если вы хотите просто разговаривать на английском языке, то многочисленные курсы будут вам очень полезны. Если вам нужен английский язык для поездок или для командировок, то это более узкая специфика. Но если же вы хотите строить вашу карьеру, и для этого вам нужен будет английский язык, то это совершенно другая история. Например, вы хотите быть успешным и сделать вашу карьеру в сфере гостеприимства, будь это отель или будь это ресторан. И вам будет необходим английский язык, так как в настоящее время очень много туристов, которые приезжают, знают английский язык, неважно, из какой страны они приехали. И чтобы найти с ними общий язык, чтобы быть в состоянии помочь им и оставить приятное впечатление о пребывании в вашей гостинице, в вашем городе, вам просто необходимо знать и владеть английским языком так, чтобы гости были довольны, и у них осталось очень хорошее впечатление о том месте, где они провели один день, два дня, три дня, неважно. Главное, что у них останется очень приятное ощущение атмосферы гостеприимства и того, как их здесь встретили. Если вы хотите построить вашу карьеру в сфере гостеприимства, вам нужно понимать и знать, как общаться на иностранном языке с гостями. Почему именно гостиничный язык? Потому что, работая в гостинице, вам понадобятся определенные навыки, слова и фразы, которые в общем английском языке вы вряд ли найдете. И это концентрация той необходимой информации, которая понадобится для того, чтобы быть успешным, быть полезным и быть эффективным при работе в гостинице. И поэтому очень важно здесь не размениваться на общий английский язык или английский язык для секретарей или бухгалтеров, а сразу же приступать именно к той области, которая вам понадобится в вашей карьере и в той сфере, в которой вы будете работать. Если мы с вами говорим о карьере в службе ресепшн, то это английский для того, чтобы встретить гостя. To greet the guest. Помочь гостю. To help the guest. Или просто сориентировать его и помочь выбрать, какое место или какой музей ему лучше посетить, то это тоже английский язык. It is very important being at the reception desk to be able to greet the guest, to introduce yourself, to help him, to orient your guests around the city, around the place where you're staying, and of course just to wish them have a nice day, because this small phrase can help them to have a very good impression about your hotel, about yourself personally, and just to have a great wish to return to your hotel once again and maybe to recommend your hotel to their friends, guests and colleagues. Если мы с вами говорим про службу ресторана, это тоже очень важно быть в состоянии посоветовать что-то гостю, сориентировать его по меню или просто предложить десерт или какой-то напиток, о котором гость даже не подозревал, приходя в ваш ресторан. Но для того, чтобы сделать это, тоже необходимо понимать и знать хотя бы несколько фраз на английском языке из ресторанного языка, из языка гостеприимства, чтобы быть в состоянии это сделать. Если же вы намерены работать в менеджменте отеля, то это совершенно другая история. Здесь вам нужен будет английский для того, чтобы решать более серьезные вопросы с гостем, а не просто сориентировать по городу. Также вам необходимо будет английский для проведения различных переговоров с вашими иностранными партнерами или для того, чтобы прекрасно провести презентацию, рассказывая о том, насколько ваш отель успешен. Благодаря, конечно, сотрудникам, которые знают английский язык. И в этом случае тоже может понадобиться именно язык из определенной сферы, из определенной области. And in this case, English language can also be helpful for you because you will know all the necessary phrases and language statements that can use you, can help you to express all your ideas and all the details of your business and of your career. Очень важно понимать и знать, какую фразу или какое слово вы будете использовать в той или иной ситуации. И для этого вам не нужно изучать весь английский язык со всей его грамматикой, структурой и множеством слов и конструкций. Не стоит тратить время на просто общий английский язык, а сконцентрируйтесь именно на той области знаний и на той области навыков, которые вам понадобятся для того, чтобы достичь максимальных высот, на которые вы способны. И мы надеемся, что сможем помочь вам получить непосредственно те знания, те навыки, которые вам понадобятся для того, чтобы достичь максимальных высот в вашей карьере, быть успешными, богатыми и, надеюсь, знаменитыми ательерами.